Всем привет! 31 января написал вот такой пост, сходил в администрацию города Сургут и затребовал устав города Сургут от имени СМИ. Прям при них написал вот такое волеизъявление из-за треп информации, поставил печать СМИ, расписался как зам главного редактора СМИ Камчатский регион. Они сначала приняли как простое обращение в порядке 59 ФЗ, сказали, что ответ ждите через 30 дней. Я им сделал замечание. Наклеили этот штрих-код. Я им сделал замечание, говорю, как так, я же от имени СМИ написал. Они говорят, если от имени СМИ, то вам в другой кабинет. Ну и короче, вот эту наклейку еле-еле отодрали, отправили вместе с таким листком в соседний кабинет. И там меня уже приняли от имени СМИ. Тем не менее, 7 дней прошло, сегодня 7 февраля. Никто мне не звонил, никто мне не писал. Телефоны, адрес все указано, электронный в том числе. Я решил сам позвонить. И мне пришлось сделать 14 звонков, чтобы мне прислали хоть что-то, хоть какую-то информацию. Вот такое письмо мне прислали, ответ. Сначала они его найти не могли. Потом сказали, что оно еще не зарегистрировано. Хотя написано 6 февраля. Ну, в итоге его нашли и отправили по электронной почте без приложения самого устава. Хотя бы так. Сам устав сказали, можете забрать в 517 кабинете в любое время. Я подумал и решил, что так как я требовал именно предоставить возможность сверить оригиналом устав, то мы договорились в итоге, что в понедельник они мне перезвонят и сообщат, когда именно я смогу сверить с оригиналом. В то же время заберу копию. То есть сначала забираю копию в 517 кабинете и потом идем в этот же день сверять с оригиналом в приемную заместителя главы. Вот такой ответ они мне прислали. Рассмотрев ваше обращение 31-го, кстати, номер не совпадает, у меня 451 указан. Направляем вам заверенную копию устава, а также сообщаем следующее, что требования к публикованию устава закреплены федеральным законом и уставом города. Дальше они сообщают, где можно в интернете ознакомиться. Вот я открыл сайт. Здесь есть устав, но последние изменения внесены 25 января. Вот видим, да, 25 января последние изменения. Однако скачать до сих пор можно только старую версию, от 25 декабря 2019 года. Дальше сообщается, где это все было опубликовано, что зарегистрировано в Минюсте, когда были последние изменения 25 января 2020 года. Также вы можете ознакомиться с материалами Сургутские ведомости в Центральной городской библиотеке имени Пушкина. Там я был буквально вчера и позавчера, и на самом деле туда опасно ходить, там сохраняется лавина, опасная ситуация. Сход с крыши снега. У меня на канале об этом два видео, можете посмотреть. И дальше мне предлагают вот позвонить по телефону замглавы города и согласовать время, когда можно сверить с оригиналом. Я позвонил по этому номеру, и мне сказали, что в понедельник точно перезвонят и сообщат конкретную дату и время на следующей неделе, когда можно прийти одновременно забрать и копию устава, и сверить с оригиналом. Печально, что приходится раскачивать ситуацию самому. Пришлось сделать 14 звонков. Они, конечно, там сразу заработали, то есть очнулись, что сроки-то уже на исходе. На этом все. Следите за новостями. На следующей неделе получим устав и обязательно опубликуем его. Всем благодарствую.